хочу показать небольшой эксперимент и экспериментальную установку такую. Ну, это, в общем-то, даже не настолько эксперимент, сколько попытка выяснить один интересный момент. Вот так называемый эффект прецессии гироскопа. Вот, то есть, вот видно, такая вот установочка сделана. Вот, то есть, гироскоп закреплен на валу. Там генератор стоит, ну, это как бы просто для удобства было сделано. Вот, ну и так вот свободно может перемещаться. Вот, ну и сам диск закреплен в подшипниках. Вот сделана метка для тахометра, это я проверял. Вот, то есть смысл в чем? При вращении, и на этой вот трубке видно отверстие. Вот, для того, чтобы можно было менять рычаг. Вот, так как чем больше рычаг, тем выше обороты прецессии. Вот, то есть, чтобы было, ну, это, в общем-то, достаточно известный эффект. Вот, смысл в чем? Когда вращается ротор гироскопа, вот, и мы его вот в таком положении, допустим, отпускаем, он не падает вот так вот, он держится в таком положении, вот, но пытается сместить вот эту ось вертикальную, вот, в зависимости от направления вращения, либо в одну, либо в другую сторону. Ну и получается на деле, я покажу, здесь происходит вот такое вот вращение. Либо в одну сторону, либо в другую сторону, в зависимости от направления вращения самого ротора. Вот. И чем больше рычаг, вот сюда, то есть вес самого ротора где-то 3 кг, наверное, вот, точно не взвешивал. То есть чем оно больше, чем больше рычаг, тем быстрее обороты прецессии. Вот. Ну и смысл в чем? Что по официальной теории сила, вызывающая прецессию, то есть вот это вращение, это внешняя сила, то есть в данном случае это сила притяжения Земли. Вот. И получается, значит, вопрос как бы какой, можно ли попытаться отнять часть энергии вот этого вращения. На деле получается, как бы я понимаю, что это вряд ли получится, тем не менее, просто это интересно в руках подержать, скажем так, пощупать. То есть, если, допустим, в процессе прецессии вращение происходит вот против часовой стрелки, если смотреть сверху, вот, и мы пытаемся притормаживать это вращение, то есть нагрузку какую-то добавлять, то вся эта конструкция опускается вот так вот вниз. Именно вот если мы пытаемся разгонять, вот, то есть добавляем энергию вращения, то наоборот она поднимается вверх. Вот. Но если мы ничего не трогаем, вот, и обороты ротора постоянные, то он постоянно держится в определенном положении. То есть мы, ну, в любом, в какой мы его поставим, то есть либо вот в таком положении, либо, ну, в любом. Вот он держится и проворачивается. Вот. Я пробовал такой же опыт проводить с велосипедным колесом, как бы, ну, понятно, я его не мог разогнать до больших оборотов, вот, и у меня прецессия как бы даже не достигала одного там оборота, там один раз мне удалось добиться. Вот с этой конструкцией, конечно, достаточно много оборотов делает, учитывая то, что сам диск гироскопа не особо отбалансирован, вот, и я его разгоняю дрелью до 3000 оборотов, там даже чуть меньше. Вот. Но тем не менее, вот, оно вращается. И в принципе, даже при замкнутом, то есть вот, провода выходят с генератора, вот, при этом вращении там какие-то милливольты и миллиамперы, в общем-то, выдаются. То есть я там смотрел, ну, получается, ток где-то там 0,04 ампера, ну и напряжение там где-то 100 милливольт. Получается, вот, ну, в принципе, это не важно, даже если их закоротить, учитывая то, что мощность там просто мизерная, вот, оно особо не влияет на процесс. Вот, ну, тем более генератор высокооборотный, то есть понятно, что мы не можем получить много.
Вот. Но вопрос какой? То есть, если возможно ли при определенной конфигурации, то есть размере, весе, оборотах самого гироскопа, там, рычага и так далее, вот, получить какое-то усилие на валу вот здесь и попытаться это как-то эту энергию отнять. Вот, так как в принципе эта энергия именно сила тяжести Земли. Ну, сейчас раскручу, покажу. Вот, ну, также видно, как только рычаг уперся, то есть на опору, то никакой прецессии нет. Вот, ну, сейчас уже ротор остановился, то есть он должен быть именно в подвешенном состоянии находиться. Ну вот, такой процесс называется прецессией. То есть, вот видно, я пытаюсь немножечко его разгонять. Он поднимается. Вот, ну и по мере остановки самого ротора он опускается. Вот, интересно, интересен этот вот эксперимент еще тем, насколько описывается вот в официальных источниках, что если, ну, создать определенные условия, при которых вот в процессе вращения гироскопа и вертикальной оси очень резко затормозить сам гироскоп, то вращение по инерции всей системы вот вокруг вертикальной оси резко прекращается, то есть так называемое безинерционное движение. Ну вот, в общем-то, такой вот небольшой опыт. То есть я понимаю, что волшебства на самом деле не бывает. Вот, и вряд ли получится от этой оси, то есть это вращение, как-то использовать. Вот, но тем не менее, я не нашел пока есть достаточно внятного объяснения в теории, можно это или нельзя. Но пока что все.